Коллекция G&K весна 2020. Пальто для девочки, артикул S684. Пальто А-образного силуэта, немного скругленное к низу. Выполнено пальто из фактурной металлизированной ткани. Это новинка сезона весна 2020. В G&K используется такая ткань впервые. И она уже себя хорошо зарекомендовала. И она очень прочная, ее практически невозможно повредить, очень сложно повредить. Все механические воздействия она хорошо выдерживает. Устойчива к истиранию, износостойкая, прослужит долгие-долгие годы, можно будет даже перепродавать это пальто. Имеет высокие водоотталкивающие свойства благодаря тому, что обработано всеми необходимыми водоотталкивающими пропитками. На ощупь чувствуется фактурность, выглядит очень красиво, действительно виден этот металлизированный блеск. Задает весь тон модели, создает некий такой образ красивый, цвет благодаря эффекту металлик становится необычным. Ухаживать за ней очень просто, любые небольшие загрязнения удаляются влажной салфеткой, стирать в стиральной машинке в домашних условиях можно. В качестве декоративных элементов используется стежка. Стежка здесь обильная, очень часто. А переборки горизонтальные, но из-за того, что они прям очень-очень часто, они создают прям такой рисунок на модели. Такая стежка у нас и спереди, и сзади, а также по рукавам. На рукавах с обоих сторон красивая брендированная нашивка с голографией. Красиво переливается в сочетании с переливами основной ткани, создает гармоничный эффект. И голография сейчас развивается и становится на пике популярности, еще будет популярна минимум 2 года. Необычные молнии. Центральная застежка молнии, которая у нас двойная, то есть можно и снизу, и сверху ее открывать. Она у нас тоже с голографическим напылением. Такая же молния у нас на груди повторяется, на груди карманы, и это не карманы, это имитация карманов, хотя у нас есть акцент, да, на этих молниях, а основные карманы, которые функциональны, у нас спрятаны под потайную молнию по бокам изделия. Застежка молнии открывается очень легко, без усилий. Застежка прорезиненная, такая молния точно не пропустит никакую влагу внутрь изделия. Подобные молнии используются для изготовления одежды для дайверов. Как известно, для них это очень важно, чтобы вода не проникала внутрь изделия. Под центральной застежкой молнии располагается внутренняя ветрозащитная планка, которая защищает от попадания холодного воздуха внутрь изделия. Есть воротник-стойка. Капюшон с хорошей посадкой. Внутри подклада 100% хлопок, создает идеальный микроклимат внутри изделия, а внизу брендированная подклада из 100% полиэстера. Такая же подклада и в рукавах, чтобы было легко снимать и одевать изделия. Наполнитель синтетический лебяжий пух. Количество достаточное, чтобы не замерзнуть даже ранней-ранней весной и поздней-поздней осенью. Температурный режим примерно от 0 градусов и выше до плюсовой температуры. Но все зависит от вашего теплообмена, именно вашего ребенка и второго нижнего слоя под верхней одеждой. Представлена эта модель в двух цветовых решениях. Вот такой необычный зеленый и розовый, оба цвета необычные именно благодаря ткани, которая с металлическим блеском, которая придает такой интересный эффект